Ташкенте на центральном стадионе имени Каджи Мухана звучат военные песни. Так фан-клубы решили поддержать футбольные команды в день Великой Победы. В 10-м туре казахстанской премьер-лиги на своем поле Ордабасы играет с карагандинским Шахтером. Уже со стартового свистка южане взяли инициативу в свои руки. На 21-й минуте шымкентцы заработали пенальти, который профессионально реализовал капитан команды Азат Нургалиев. После пропущенного мяча футболисты «Шахтера» начинают играть первым номером. Как ни пытались гости распечатать ворота Бекбаева, ничего не вышло. То подводил технический брак в передачах, то сказывалась надежная оборона Ордабасы. В начале второго тайма Ордабасы удвоил результат. Шымкентцы провели быструю атаку. Касалица с правого фланга прострелил на Тунгышбаева. Тот, не раздумывая, отправил мяч в ворота Богинского. 2-0. До конца игры счет не изменился. Ордабасы одержал уверенную победу со счетом 2-0. Сегодня шымкентцы занимают четвертую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 17 очков. Следующий тур южане проведут в Таразе и встретятся с местной командой. Игра состоится 14 мая.